Всем привет, с вами Ольга Чернова. Сегодня 6 апреля, и вот хочу показать вам капусту. Многие просили засыпанную грядку снегом, когда увидели, попросили, покажите после того, как она пережила. Капуста вообще такое впечатление, что не было мороза минус 5. В течение 2 дней она стояла под снегом, не было снега. Она даже не пожелтела. В кассетах немного хуже выглядит, но там, потому что тут они все-таки в земле были, а там они в кассетах, вероятно, земляной ком тоже был охлажден, и у них листики немного пожелтели, но все живые. И вот эта грядка, я вот уже начала там дальше досаживать. Видите, что капуста вся целая. 2 дня было минус 4, минус 5, и она была вся засыпана снегом. Вот это еще раз доказывает, что не бойтесь высаживать рано капусту на улицу. Можно прям сразу на постоянное место или пикировать, если нет в домашних условиях. Капуста мороза не боится. До минус 5 можете ничем не укрывать. Все, до свидания.